От быстрых и слаженных действий спасателей зачастую зависит чья-то жизнь. А чтобы действовать эффективно, магаданские спасатели много и регулярно тренируются. На одной из таких тренировок побывала съемочная группа «Вечернего Магадана». Из номеров упражнений планируется. Первый – это ознакомительный. Номер 3 – это на лес. Номер 6 – это со снаряжением и с рюкзаками. Сейчас к рюкзакам опять вернемся. Значит, номер 8 – отработаем хотя бы один, попробуем на лед. Лед мы сымитируем здесь у нас на дороге. И номер 10 – это спуски ночью. На раз подтянул, не надо середину его тянуть. Пусть он пониже опустится. И те, кто стоят на здании, не старайтесь сразу спрыгивать. Ну, занятия мы проводим ежемесячно, такие тренировки по беспарашютному десантированию. Соответственно, они нужны для отработки, до автоматизма спасательных действий, если такая ситуация случится, что необходимо будет спускаться с вертолета. Ну, у нас слабо развитая дорожная сеть в области, область большая, много непроходимых мест, поэтому такие ситуации периодически возникают. Подготовленное поле и на лес. Тренировка идет раз за разом без передышки. Должно быть выполнено около 8 высадок. Учебные занятия на свежем воздухе прошли штатно и без происшествий. Запланированные практические элементы были успешно отработаны. Нам всем это дает уверенность в том, что если случится беда и потребуется экстренная помощь, где бы то ни было, магаданские спасатели вовремя придут на помощь. Отрабатываем элементы, которые были запланированы на открытую площадку, на лес. Пока все нормально. Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для «Вечернего Магадана».